Итак, всем привет. С вами я, Артём Петров, и брат. Здравствуйте. Итак, это игра Worms Armageddon, или как? Да, Armageddon. Как ее называют? Worms Armageddon, так и называется. А, Армагеддон, да, правильно. Подумал другое. Итак. А здесь меня нормально слышно? Потому что давно это слышно нормально. Ну, просто будет смотреть, как я играю с братом. Итак, Worms. И недавно я начал играть в эту игру. Да, не понравилось, хотя игра сделана, по-моему, даже раньше работы. Игра сделана давно, относительно. Если что, я играть не умею, то что я буду руковать по как мастер. Надеюсь, тут нормальный звук убавлен, потому что я его убавлял еще. Так, все равно. Так, сейчас Сергей пока нацелится, пока... Вот надолго. Я, наверное, зря это сделал. Не любишь, я не сам еще. Да, серый обожает всякие этюды. А, кстати, попробуй в меню... А, не важно. Я весь синий сделал, так и... Только не взрывай бочку. Какую бочку? Которую я там сижу. Которую? Вот это? Зато ты живой. Если что, я Russian Iron команд, а мой брат Жожик команд. Да. Мой брат, походу, сделает карту сам. Что, в принципе, здесь несложно. Он что-то заподозрил. Ха, я выжил. Мой брат размечтался. Так вообще ты... Вот так сделаю. Так. И вот так. Утопил. Угу. Да, весело. Наверное, один раунд поиграем и все. Потому что такая игра. Она на это рассчитана. Рассчитана больше количество раундов. А, не знаю, насколько рассчитано, но я-то поиграю. Как хотим, так играем. Чё, автомёт? Да. Фух ты. Что, автомёт? Я понял. Дай стреляй. С автомёте кого-нибудь. А, это такая, я понял, всё. Ага. Запустил, а потом пробелом взорвал. Ты мне 2 хп снял. Сволочь. Сам ты сволочь. Видеть можно в любую сторону. Я не знаю, что я достал, потому что я раньше это не доставал. Фига себе теснется нормально так. Аптечка. Чё, аптечка? Беги за аптечкой. Аптечка. Да, припрыгивай. Давай, прыгай. Припрыгнул. Фига себе ты. Паркур.
А кидай гранату вниз. А можно туда шмалить? Да, можно. Давай, шмалякай. Так, что это? И что это? А, вот что это. Чего бомба там оказалась? В смысле, бочка. Нормально? Да. Ты нечестно играешь. Я к этому не готовился. Не готовился к этому моменту. Не вздумай. Как? Спасибо. Я тебя тыкнул. Короче, новое оружие, палец. Давай, прыгай. Или меня толкни, чтобы... Нет, в смысле, прыгай. Прыгай вниз. Прыгаем больше, если мне интересно. Что ты будешь делать? Давай. Пулякай. Далеко улетел. Ай, блин. Ну, ладно. С кем не бывает. Я он не прошел пару раз. Только вверх не стреляй. А, точно. Почему бы и нет? Вроде бы там что-нибудь тебя упало. Вткнул. Не, мало смысла. Так. Я испугался, потому что не записываю. Давай быстрее уже. Спрыгнешь, упадешь, посмотришь. Пойдешь в туалет. С бейсболь меня. Ну, в смысле, вот. Дай пошмали. Да, почему у меня не бейсболь? Давай, бейсболь. Пых. Давай, по глазу. Да. Слава им. Петя. Чё я всегда проигрываю? Чё я такой невезучий? Вот сейчас возьму и... Я в печку упаду. Не, это нормально было. Чё, и этого меняет без больше? Ну ладно. Каждую аптечку, каждую коробочку, каждую штучечку. Не проще ли было бы внизу пойти? Ещё тебе там выпало? Кое-что очень целое. Ценное. Скунь. А, ну скунь с ней кого-нибудь. Скусный Сергей. Скусни свой себя. Нет, давай скусни. Да. Ты упал на меня. То есть ты упал на себя. Не знаю, что в коробке. Нет. А.
что там было? Я не увидел. Как тебе перепрыгнуть, блин? Все, ты застрял, блин. Я забыл попрыгать. Ну ладно. Может быть, это к лучшему. То, что у меня есть... Этого у меня нет. У меня есть... Даже не знаю, что у меня есть. Только не Анионар. Что это было? Авиаудар. А что тут странно полетел? Тоже такой авиаудар был. Почему ты можешь листаться, а я нет? Потому что надо сначала листать, а потом бегать. А-а-а. Буду знать. Нет, у меня нет святой бомбы. И есть. А, и парашют. А, у меня есть парашют. Нашел повод для счастья. Чё ты такой целый? Я такой побитый. У меня всего двое осталось. У тебя... Раз, два, три... У тебя пять. Чё ты такой беспощадный? Нет, других, блин. Дурак. Спасибо. А, меня трое даже осталось. У меня троих. Ну и взорвись там. Утони. Утони. Если что, у нас рассинхрон, так что... Где бита? Кончились, наверное. Давай, макни воздух. Ты не забрось меня туда, в парашюту. Нормально. Так. Давай быстрее. О нет, ты же нас двоих выкинешь. Не придется нагибать. Три червяка. Червяк. Осталось трое против одного. Перепрыгну. Дальше будет не хочу прыгать. Можешь веревку использовать. Нет. Я возьму святую бомбу. Как ее не утопить? Лови, лови. Не, я лучше возьму. Единственная святая бомба. Бомба. Корсак. Я не умею вышмалять с гранатами. Я вообще дуб, ламер и все такое. Я еще ни разу не выиграл его, понимаете? А тут если хотите, чтобы я победил, ставьте лайк. Сказал бы какой-нибудь типичный лослойчик. Бля, что за ты? О нет. О да. О блин. Да задолбал ты уже. Блин. А, стоп, я что-то... А, не, я ничего-то. Короче, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. А второй не будем? Нет.